Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – местоимения. Непростые местоимения, личные. Те, которые указывают на лицо. А что же такое местоимение? Местоимение – это часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его. Кто? Я. Кто? Ты. Кто? Мы. Кто? Вы. Мы не знаем конкретно, да? Кто скрывается под этим названием? Не называет. Только указывает на предмет. Он, она, они, оно, кто? Он, мальчик, ученик, кто? Она, девочка, ученица, кто? Они, наверное, дети, а может быть, облака, что? Оно, солнце. Не знаем конкретно, какой предмет скрывается. Вместо имени существительного употребляется эта часть речи. Ну, говорим, что личные местоимения бывают первого, второго и третьего лица. В единственном и множественном числе. Местоимение первого лица единственного числа – я. Множественное число первого лица – мы. Я один, мы, нас несколько, нас много. Местоимение первого лица. Второе лицо местоимения – единственное число «ты», множественное «вы». «Ты» – один, единственное число «вы». Допустим, ты с мамой, с папой. Вас много, множественное число. Личное местоимение, второе лицо. Местоимение третьего лица. Он. Она, оно, если предмет один. И они, если предметов несколько. Множественное число. Местоимение третьего лица, единственного числа. Он, она, оно. Местоимение множественного числа, третьего лица. Они. Я и мы, ты и вы, он, она, оно, они. Все слова отличные, важные и личные. Это, без сомнения, все местоимения. Вместо имени мы употребляем такие слова. Очень часто в речи мы их используем. Упражнение на закрепление. Вставь пропущенные местоимения, определи их число и лицо. Ранней весной отправились к знакомому леснику. Ранней весной мы отправились к знакомому леснику. Лесник жил в лесной сторожке. Вместо имени существительного, вместо
слово «лесник» какое поставить местоимение? Правильно, он. Он жил в лесной сторожке. Дорога шла лесом. О чем идет речь? О дороге. Что она делала? Она вела прямо к избушке лесника. Кто молодец? Мы молодцы. А теперь понаблюдаем, как встречаются какие предложения нам с местоимениями в жизни. Прочитайте, дополните предложения подходящими по смыслу личными местоимениями. Знаете ли вы название басен Крылова, из которых взяты эти предложения? Что, ежели сестрица при красоте такой? И петь? Ты, мастерица, молодец. Второй пример. Очков с полдюжины себе она достала. Мартышка и очки, да? Как милый петушок, поешь ты громко, важно. Кукушка и петух. Угу. Кумушка. Мне странно это. Доработала ли ты в лето? Стрекоза и муравей. Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. А это слон и моська. Еще одна басня. А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Квартет. Вы. Итак, мы проследили, как в жизни нам встречаются местоимения. Ты, она, ты, мне, ты. Ты, он, вы. Так, и помним, да, что местоимения называют, вернее, не называют, указывают на лицо. Местоимения бывают первого, второго и третьего лица, единственного и множественного числа. И домашнее задание – придумать и записать три предложения, в которых встретились бы местоимения. Спасибо за внимание!